Всем привет, в том числе тигр Амурчик. Нет, Регит вечно слетает. Тигр Амурчик, привет, и все остальные тоже привет. Всех с пятницей, распраздницей. Да. Вот такие дела. А внизу на стене я выложила видео. Такое горячее видео, как я. Я вас там обязательно жду в комментариях. Вы можете мне написать все, что вы обо мне думаете. Хорошего и плохого. Так. Да. На самом деле я ненадолго вышла в эфир, потому что у меня сегодня грандиозные планы. Отряд имени Дуньки Кулаковой прибыл. Цитата тигра Амурчик. Амурчик. Я тебя реально буду называть Амурчик. Мне понравилось в прошлом эфире. Амурчик. Гламурчик. Гламурчик все ушел. Как это говорится? Есть песни. Что-то там гламура. Амурчик. Муреночек ты мой котеночек. Поверните, разверните. Разверните устройство так, чтобы не гламура сочтены, точно! Блин, черт возьми. Да, а что за песня, кстати? Не гламура сочтены, что-то там. Не могу, я так губами шевелю, потому что брекеты они мне так надоели вообще просто. Еще вся еда воняет, это просто, ребят, я не могу. Я жду дня, когда дни вони будут сочтены просто. Я уж не могу. Я уже месяц страдаю просто. И снемогаю от того, что хочу есть мясо, как и все смертные. Тупо мясо охота, друзья мои. У меня требования к жизни небольшие. Маленькие. Такие дела. Фиолетовые сны, не гламура. Хотелось мне, чтобы было видно сиськи. А получилось. У меня... Пробки надо прочистить, носоглотка, сопли. У меня нет соплей, вообще-то. Меня тревожит то, что воняет все вокруг. Ну, то есть не все, а именно мясо. Я люблю мясо, и оно воняет. Воняет молочные продукты. Воняет, ну, белок, короче. Животного происхождения еда, она воняет. Или приготовленная еда тоже воняет. То есть мне нужно что-то такое сырое, наверное. Овощи какие-нибудь. Я сама скоро стану как овощ с этими овощами. Хейтеры, не дождетесь, я не похудею. Я хлеб могу есть хотя бы. Булочки не могу, но хлеб могу есть, кстати говоря. Белый или черный. Вот, ем. Что-то народ в пятницу днем ко мне в эфир
Столпился. С чего это вдруг? Вы все не на работе? Признавайтесь, чем вы занимаетесь. Помимо того, что зависаете в моем эфире. Да, глаза у меня, конечно, сонные. У меня была бессонница сегодня. Вот. И хочется, если честно, спать. А надо. Мне нельзя сегодня спать. Вот. Ты сама как булочка стала. Фёдор Бондарев мне написал. Вообще, почему стала? Ну, если только я вкусная, красивая булочка. Сексуальная булочка. Тигр Аморик с меня решил заступиться и написал, что он сам Фёдор Бондарев булочка. Ну, Фёдор Бондарев и булочка. А это как бы... Это как бы как-то не сочетается. Как-то слишком уменьшительно ласкательно ты его назвал, тигр. Амурчик. А надо секситься. Или как это? Что ты имел в виду, написав это слово? Я просто его прочитать не могу нормально. Что ты имел в виду, вот тигр Амурик, признавайся. Ага, секси-пышечка. Ну вот, видишь, тигр Амурчик. Амурчик. А, Бондарев не имел в виду ничего.